саякаттоо үчүн авиабилет аларда паспортту көрсөткөнүбүз же суук өткөндө үй-бүлөлүк дарыгерге барып, дары-дармектердин рецептин алуу үчүн өздүгүбүздү тастыктаган күбөлүктү көрсөтөрүбүз жөнүндө же мектеп, бала бакча жана университетке электрондук кезекке туруш үчүн эң жөнөкөй анкетага туулгандыгы тууралуу күбөлүктөгү маалыматтарды толтурууда ойлонбойбуз. Медициналык жардамга өздүк маалыматты көрсөтүү аркылуу ар дайым кайрылалабыз. Жөнөкөй адамдар үчүн бул убакыттын гана маселеси. Алар мектепке бара албайт, медициналык жардам сурап кайрыла албайт, жумуш таба албайт, банкта эсеп ача албайт, үй сатып ала албайт, керек болсо никеге дагы тура албайт. Жарандыгы жок адамдар көрүнбөйт. Алар бир гана кыялдана алат. I have been working with 5 government officials in Central Asia. Over the years, I really feel that everybody understands the issue, and all of them are very eager to find solutions. It's not easy because it requires a lot of ministries, different sections of the ministries, different departments. It touches on legislation, to civil registry, to local government, to central government, the constitutions. So I see that the challenge is the fact that it's so fundamental that a lot of sections or departments in the government have to be involved. So this coordination is important, but there is a willingness to strong eagerness to solve the problem. С момента начала данной программы мы зарегистрировали 10 828 человек по южному региону, только на территории 3 областей и города Ошкуровск. А по всей стране, как вы знаете, было зарегистрировано более 13 тысяч человек. Ну, чтобы люди к нам приходили, это было одной из основных проблем на начальном этапе, да, чтобы привлечь людей, чтобы они заявляли о своем статусе. Так как многие люди находятся далеко от районных центров, центральных офисов, паспортных подразделений, да, и им очень сложно было приезжать в город, оформлять документы. Мы создали мультифункциональные группы. По южному региону их было 30 мультифункциональных групп, которые в каждом районе работали, в зависимости от населенности, да, района, и посещали каждое село. Я родилась в Амурской области, в Российской Федерации, СССР, в 1989 году. А с России я уехала, я не помню, когда уехала, я маленькая очень была, мама нас увезла оттуда. На тот момент, да, еще был, по-моему, Советский Союз, потому что в садик я уже здесь, в Киргизии ходила. У моей мамы не было паспорта, по этой причине я не смогла сделать себе документ. С 2002 года наша правовая клиника очень тесно сотрудничает с УВКБО. В 2007 году у нас был принят новый законопроект, и вступлением в силу данного законопроекта мы включили, что категория лиц, которые имеют паспорта СССР и не принимали гражданство, не имеют отметок о принадлежности гражданству другого государства, они у нас признаются гражданами Кыргызской Республики. То есть более вплотную мы начали работать по лицам без гражданства, начиная с 2014 года, когда Управление Верховного комиссариата по делам беженцев запустило программу, направленную на сокращение и предотвращение безгражданства на всей территории Кыргызской Республики. В период с 2014 года по 2018 год только на севере Кыргызстана было выявлено 2879 человек. 93-й жылы Өзбекстан шаарынын Кубасай шаарына
зоотка ішке кірдім. Іштеп жүріп, 2009 жылы қайра Қырғызстанға көчіп чығып, Қырғызстанда жашап қалдым. Келгенімде маға қайрылман паспортыны берішті. 2013 жылы қырғыз жарандық паспортыны алдым. Ну, в первую очередь, конечно, нужно отметить, что это была, во-первых, политическая воля нашего руководства, государства. Здесь были привлечены и другие наши, вот я же говорю, это местное самоуправление, МВД, вот в рамках создания вот этих мобильных групп люди начали доверять. В рамках исполнения данной программы была выработана своя методика именно выявления и уже определения статуса лица без гражданства. Можно смело сказать, что мы действительно достигли такого уровня, когда, значит, ни один человек практически я могу сказать, ну, конечно, не учитывая новые риски, потому что мы тоже стоим не на одном месте. Жизнь продолжается, вот в данный момент возникают новые риски, но мы все это тоже предусматриваем, чтобы учесть в дальнейшем, чтобы обратно же не было какого-то нового такого факта, когда человек остается без гражданства или без документов, удостоверяющих лиц. В Узбекистане укалянки были, диалянки были. И сейчас, в данный момент, я хочу пойти на курсы, подучиться, потренироваться. Я выучусь, и все-таки я буду заниматься с детками и учить их играть на пианино. I'm very sure it can be done, but I wish a good success, and again, the first one to achieve the prevention of statelessness in the world. Алар қиялдары сияқтуу эле көрүнбөйт. Бирок эми документтерин алган соң, алар қиялдарын ишке ашыра алышат. 2019 жылы Кыргызстан жарансыздыктын бардык белгилүү учурларын жойгон дүйнөдөгү алгачкы өлкө болду.